Арсений Селезнев, зверобой. Значит, через несколько часов после того видео, где было 8, уже тут 13 цыплят. И я хочу сказать, что один цыпленок, тот, который начал вылупляться первый, он не вылупился первый, начал вылупляться, он самый слабый. Наверное, вот там он лежит. Вот тот, который лежит. Интересное было событие. Вот, кстати, тут один кушает вроде уже, или пытается кушать. Передавай привет зрителям. О, кто-то выскочил. Вот так, передавай привет. Да. Клюв. Они все клюют, что не это, что не попадя. А ты передашь привет? Значит, двое цыплят. Мне не видно было, я так рукой пощупал, в поилку залезли. Они любят вообще лазить везде. Вот еще один прикол. Громко пищат. Вот там положились, поуставали. Значит, пришлось тех цыплят, которые были в поилке, вытащить кое-как. Ну, я не видел, я так пощупал, что там кто-то есть. Вот такие вот смешные. И также те, которые по углам пособирались, я их на середину выложил. Теперь они уже более активные. Так что вечер. Еще раз покажу, которые вдалеке. Вечер обещает быть томным. Пока больше никто не вылупляется. Ну, посмотрим. До завтра еще пусть полежат яйца в инкубаторе. Потом уже буду еще раз смотреть, как поступить. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, зверобой. Цыплята передают привет. Смотрите мои видео. Пока.